29 апреля – день памяти сотрудников МЧС России, погибших при исполнении служебного долга. Сегодня руководство регионального главка, а также сотрудники МЧС вспомнили коллег, погибших на территории Волгоградской области. Один из них – Михаил Перцев, водитель пожарного автомобиля. Михаил Перцев участвовал в тушении автозаправки в Тракторозаводском районе в 2020 году. Получив сильные ожоги, он скончался в реанимации спустя 8 дней после взрыва на АГЗС. В момент взрыва Михаил Перцев находился около насоса позади пожарного автомобиля. За секунду пламя практически дотла испепелило боевую одежду. От кителя на теле остались лишь обгоревшие клочки. Но Михаила не остановило даже это. Словно не чувствуя боли, он до последнего выполнял служебный долг. Михаил был обожжен, но со мной разговаривал, был шок у него травматический. Ну, Михаил успел запустить насос. Через несколько минут на место прибыл реанимобиль. Михаила доставили в реанимацию ожогового отделения. Несмотря на все усилия медиков, спасти Михаила Перцева так и не удалось. Он ушел из жизни в 42 года, 18 августа 2020-го, отслужив в МЧС почти 20 лет. До пенсии ему не хватило всего месяца. Обожженный китель Михаила, как память о его подвиге, до сих пор хранится в музее первой пожарно-спасательной части в Волгограде. Большой материал о тех роковых событиях августа 2020-го можно увидеть в программе «Работа. Огонь» на сайте mtv.online.